Ночью 8 мая в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Киевской городской военной администрации. Отмечается, что плотность воздушных атак Российской Федерации на столицу увеличилась только за первые 8 дней, их было 4. Во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БПЛА. По предварительной информации, это были иранские боеприпасы «Шахет», атаковавшие столицу по разным направлениям. В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов. К сожалению, по информации на данный момент в городе есть разрушения и травмированные, уточнил начальник Сергей Попко. Он добавил, что в Святошинском районе столицы, вероятно из-за падения обломков, повреждено 7 авто и еще одно авто горело. Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Есть падение обломков на проезжую часть. Травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь. В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного горючего без возгорания. На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. Также, вероятно, из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт. Пожар ликвидирован. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется.